вот это назовем. Почему-то можно ехать. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. So I'll take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate. Привет, DMZ. Попал, приехал в гостиницу. Они приняли мою карточку, чтобы оставить залог. И хорошо, что я успел оформить доступы в DMZ, в Райерсон. У меня тут хотя бы есть интернет. Но я пришел, посмотрел на один из этажей. Если что, можно оставаться жить здесь. Как сказали тут на ресепшене, ну, вы же участник, то это ваше все. А это только один из шести этажей. По-моему, нет, это шестой из восьми. Еще одно здание там, где 10 этажей. Ну, в общем-то, сейчас будем что-то придумывать. А еще такая вот у меня крутая футболочка, на которой как будто бы воды и всякие штучки нарисованы друзьями. Hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans. Очень странно с самого начала. Решила позвонить маме. А оказалось, что уже час ночи. Ну, отправил видеосообщение, но вот это хочу записать. Мама всегда говорила ходить на светофоре только на зеленый цвет. В общем-то, мама, там не будет зеленого, там будет ладошка, человечек. Музей выглядит вот так, и опять же во все зоны вход только по специальной карточке. Вот сейчас попробуем как-то это сделать, и вот мы в общем зале. На выходных Музею, похоже, мало кто остается. Вот есть там тройка ребят, которые занимаются рекламой, с ретаргетингом рекламы в Фейсбуке. Сейчас пройдусь по этажу DMZ, и их тут в этом здании, кажется, 4. Везде вот так вот open space, румы для
переговорки, все можно бронировать, многие просто занимать когда угодно. Здесь вот, да, мы здесь уже вчера были. Везде просторно. Сказали, что каждый день, почти каждый день тут кормят вкусными завтраками. Для того, чтобы все люди собирались на кухне, обсуждали утром, как их стартапы, как все происходит. В понедельник меня тут официально представят. Во вторник у нас рабочая сессия о том, какие задачи и цели ставить мне для команды. Вот мы дошли в конец этажа. Еще один такой open space. Это шестой этаж. Еще у DMZ есть place на третьем, четвертом, десятом. Вот. Мое рабочее место будет, скорее всего, на третьем этаже, рядом с фэшн-зоной. Но сейчас туда спускаться не будем, там очень сложно, нужно пройти через супермаркет, через кинотеатр и зайти в фэшн-зону. Ну, собственно, вот так. Пока что мои там основные проблемы — это где тут жить, как заменеджить процессы все. Уже с следующей недели буду рассказывать, как... что такое инкубатор по-канадски, потому что это что-то совсем не такое, совсем другое, не отличающееся от 1991 Open Data Incubator, и программа здесь абсолютно индивидуальна. Мне только что прислали анкеты, где я должен заполнить, чем именно DMZ мне может помочь, и какие встречи я хочу, чтобы они мне организовали, кто мне нужен в команду, ну и любая помощь, какую я придумаю. В том числе, я так понимаю, организация там всего рабочего места, там ребята работают. Так что, хороших выходных. В следующей неделе ждите более содержательного видео про то, как работает инкубатор в Канаде. Пока.